Уважаемый Владимир Владимирович, мы, молодые коммунисты Республики Тыва, обращаемся к вам. Мы требуем прекратить рейдерскую атаку на совхоз имени Ленина. Мы требуем вмешаться вас в эту ситуацию. Сколько можно разрушать, грабить, банкротить передовое предприятие России, которое действительно заслуживает первого места среди всех предприятий, которые занимаются сельским хозяйством. Это единственное предприятие, где сотрудники получают достойную зарплату выше, чем в среднем по стране. Мы выступаем против рейдерской атаки совхоза имени Ленина. Мы не сдадимся. Мы будем требовать это постоянно. Мы с Павлом Николаевичем Грудининым и совхозом имени Ленина.